армянские радикалы-реваншисты говорят, что в 2023 году, если Эрдоган не выиграет президентские выборы, то Армения нападет на Азербайджан. Хотелось бы напомнить этим реваншистам, что освобождала оккупированные территории Азербайджана не турецкая армия, а азербайджанская. Как передает Ахарас, таким мнением поделился российский политический аналитик Игорь Дмитриев. Радикалы выступают против делимитации границ, поскольку это вредит их идеями Ацума воссоединения. Но ведь 30 лет Армения не признавала Карабах ни независимым, ни включенным в состав Армении. Сейчас армянские реваншисты мечтают о том, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган проиграл президентские выборы в Турции, которые пройдут в 2023 году, и, мол, тогда они нападут на Азербайджан. Во-первых, далеко не факт, что действующий президент Турции проиграет. Во-вторых, даже если к власти в стране придет другой лидер, разве Турция после этого перестает быть Турцией? В-третьих, эта азербайджанская армия уничтожила армянские вооруженные силы, а не турецкая армия. Освобождала оккупированные территории Азербайджана не турецкая армия, а азербайджанская. Если будет провокация, азербайджанская армия снова уничтожит этих реваншистов, сказал российский эксперт. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!